Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tyachin Copyrighted. Нас здесь с вами ваш Альберт Вескер, Лара Крофт и Дрявая Задница. А, да, еще катакомбы. Полные мертвечины. Это вроде я бы знаю, откуда здесь зомби-шутер взялся. А, кстати, а я могу забрать? Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. О, крыска. Да, у меня проседает. У меня проседает, с этими пока ничего не сделаю. Ну ладно, не буду. Пойдем сначала туда. Заберем там что-нибудь. В прошлый раз мы с вами увидели здесь такую забавную хорорюшечку. В лице стеночки с мертвечинкой. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. О, колонна. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Так, можно вернуться? А, нет, нельзя. Ну ладно. Дилан! Дилан! Твою мать! Борзо! Дилан убит! Что? Да не может быть, он же там! Убит. Его что-то утащил. Мы одни. Нужно идти дальше. Ну, во-первых, у парня не одни, во-вторых. Еще сейчас появится какая-то фигня, которая будет меня убивать. Вот так начинается, как говорится. Где вы, мальчики? Связи по-прежнему нет. Нет, я. Мне кажется, что кроме нас никого уже не осталось. Никто не напал, на него пролился греческий огонь. Они идут ко мне, да? Так, принято. Ой, зараза. Так. Давай, Ларыч. А мы могли бы объединиться, чтобы выжить. Но нет. Гордость вам не позволяет. Гордыня их ослепила. Все равно нас здесь что-то сейчас будет убивать. Вот говорю я вам. Они сейчас пока прячут от нас. Они сейчас пока прячут от нас. Я говорю, здесь что-то нас будет убивать. Я вам говорю. И это точно будет. И оно будет именно убивать. Ну тут, кстати, полно лечения. Кстати, а это точно бывшая библиотека? Тут очень много, кстати, зажигательных. Реально очень много зажигательных. О, лука. Это я заберу. Там наверху что-то... Да, там наверху реликвия, я вижу. А здесь, значит, получается, можно где-то попрыгать, да? Получается, что так.
но здесь она не хочет. И здесь тоже. А, классика, да? Вот это уже классика. Давай, Кров, залезай. Ну, залезай на колонну, ты же можешь. А помни, как в старые добрые времена Лар могла зацепиться за колонну, и все было бы прекрасно. Но не. Не хочет. Может, пистолет? Пистолет надежнее оказался. Так. Давай-ка, делай древку мне. Сделала, молодец. Древку сделала. Теперь давайте смотреть, что делать дальше. А, мне сюда. А, и сюда. Мне и туда, и сюда. Ну да, мне как раз вон в то помещение. Пока рада, пока рада. Идемте поверху, пока поверху. О, стоп. Это я возьму. Нет, это взять, Лара. Отлично, молодец. Так. А! Красивая фотка. Ладно. В первый раз попали в ловушку. Я просто побежал сразу, включил, когда уже этот месье-проветриватель. Ну, попались, попались. Ну, бывает. Ладно. Но это, кстати, все, что открыл. О. То все, что открыли, это открыли и никуда не делось. Одна дорога идет туда, другая туда. Что тут у нас? Солдатский флаг для подвешивания к копью. Должно быть, принадлежал воину пророка. Да. То есть тут несколько проходов, да, получается? Можно отсюда, можно отсюда. Я пока вот здесь похожу. Во-первых, сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Сначала мы здесь с тобой все изучим. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Орден Троицы дважды отправлял великих людей на поиски следов пророка. И дважды они пропадали. Пророк забрал святой источник из империи, но тот ему не принадлежал. Пока живы потомки пророка, мы опозорены этим богохульством. Поэтому Троица должна попробовать еще раз. Я совершал нечестивые поступки, ужасные грехи против невинных, только чтобы добраться до этого места. Вернуть святой источник. Я знаю, что Бог простит меня, ибо я действую во имя высшего блага. Конец близок. Осталась последняя битва, и долг Троицы будет исполнен. То есть, некий монгольский агент от Троицы убедил местных... Мне понадобится больше сосудов. Ты успокойся, Лара. Осталось только их найти. Будь у тебя, да? Я сначала вот это хотя бы заполучу. Некоторые слова вымараны, но кажется, это какой-то маршрут. Маршрут куда? Местное похоронное бюро. Если так, то мне этого не особо хочется знать.
Ну, я как и говорил, тайники с монетами здесь и тут. Я вон там был. Я вот здесь был. Я здесь был, сражался. Почему тайник мне не показали до сих пор? У нее чуйка прокачана. А, ибо хоть бы что. Ну, ладно. Благо, теперь у нее с этим вроде все нормально. Проблем вроде не испытывает. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Да сосуд, считай, нашли. Так, давай-ка сначала вот это откроем. Ну что, приземлилась? Молодец. Теперь тащи его. А! О, какая сложная системка-то. О, извиняюсь, не та. Так. Еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Ну так извини, что ты хотела? Промышленное производство было в свое время. Благо их примерно одинаково ровно. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Да поворачивается, Лара, куда он денется? Все поворачивается, все крутится, все мучится. Белки... Возможно, здесь их хранили, но емкости разбиты. Да. Хранили, разбиты. Все по фэншую. Все вроде загорается. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. О, золото. Вот не зря хожу. Вот не зря хожу. Кажется, они постоянно были готовы к войне. Постоянно. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Все, не переживай. А почему, кстати, она постоянно повторяет? Вот я вспоминаю классическую Лару, она не повторяла, она просто знала. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Да найдем, Ларыч, найдем. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Все цело, все работает. Не переживай ты так. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Так. Отлично. А, тут можно было здесь зайти, да? Ну ладно, здесь сейчас все заберем. Я не хочу, чтобы было как в Сирии, понимаете? Спасибо, географ. Что дашь? Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Подамно внизу, да? Не возражаю. Хотя я там был. Пусть будет. Пусть будет. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Да поворачивается. Лара паникует, почем зря. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Вот представьте себе, они на метане сидят. У них здесь везде греческий огонь горит. Вот им не было сыкотно, что вот весь этот гигантский кран мог бы надеюсь, взорваться. Он еще поворачивается.
Или, может быть, этот метан мог бы убить бы всех здесь вместо. Нет, реально, взрыв метана способен такое совершить, это было бы опасно для места. Вот никакой техники безопасности. И, конечно, я понимаю, под рукой универсальное оружие против захватчиков. Но, извините, а разве оно того стоит? Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. А, может и так было. Я думал, здесь может что-то похлеще. Так, вон там еще у основания. Вот здесь еще у нас тайничок. Так, а вот тут у нас, в принципе, все нормально. То есть, как валялись мы, так и валялись. Мне бы найти, конечно, бы лагерь базовый. Только я понимаю, что его здесь нету. Было бы слишком просто. Кран вроде бы цел. Надеюсь, он еще поворачивается. Да, все нормально, Лара. Поворачивается однозначно. Но спасибки. Так. Так. Почти. Почти. Но это не все. Кажется, мне нужен еще сосуд. А там я уже не заберу, да? Все горит. Все горит белым белом. Видите, там уже все загорелось, туда уже не пройдешь. А что вдруг так-то все загорелось, заполыхало там? Вы мне скажите-ка, пожалуйста. Чего вдруг-то? Я взорвал вон там. Кажется, мне нужен еще сосуд. Идемте заберем вот здесь. Что-то мне кажется, что сейчас на нас набросится некая чучундра. Где? О, вот базовый лагерь. Ладно. Значит, прежде чем идти с чучундрой, мы сначала сейчас найдем с вами монетки. Давайте. Чучундра подождет. Кажется, мне нужен еще сосуд. Да-да-да-да-да, все кажется. Все правильно тебе кажется. Сразу все заберем, чтобы проблем не было. А, у нас еще навыки прокачались. Так, что возьмем? Быстрое изготовление. Зажигательные бомбы. Мастер изготовления трупов ловушек. Черт, теперь мне хочется этого делать. Стрела с кассетной бомбой. Падальщик. Стальные нервы. Знаток дробовиков. Нет, я знаток и так как бы, но... Вот это давайте. Убьем по-тихому, если будет возможность. Знаю, у нас сейчас впереди, как говорится, бессмертные зомби хуйня, но... Мало. Лучше, чем ни черта. Так, смазочные кулачки берем сразу. Даже вопросов нет. Пусть работает на нас. Вот здесь сейчас сразу лук прокачать. Так, на всякий случай... Кажется, мне нужен еще сосуд. Кажется, хорошо. Давай лучше сейчас с тобой отправимся... Стоп. Мне недоступно. Ну почему же? Ой, только не говорит, что будет как в Сирии. Кажется, мне нужен еще сосуд. Стоп, что? Так, этот мертв. Так, выключу вебку. Я просто знаю, что в таких моментах всегда просто...
Вода мутная, нас не видит. Заметили. То есть мне как-то проплыть нужно было мимо них, что ли? Меня сейчас теперь они убьют в любом случае. Еще и сталканули. Ой, парни, ну серьезно. Надо было подплыть по-тихому и кого-нибудь из них в воду брать. Но я прокачал же скрытое убийство, а я им не воспользовался, идиот, конечно. Ну ладно. Я русалка подводная. Я выключил лучше это дело. Кис, кис, кис. Я подводная русалка. Иди сюда. Слушайте, это, конечно, такая имба. Кстати, я еще и вспоминаю нашу с вами... Криостазис сюда проходили. Кис, 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 кис. Иди сюда. Он же не заметил? Иди к тете Крофт. Получено достижение утопления. Красота. Со всеми разобрались, молодцы. Всех утопили, всех положили. Кажется, мне нужен еще сосуд. А тот на дне лежит. А я себе ничего, что ли, не смог взять, что ли? Ну-ка. А ты можешь в глубь опускаться? Нет, не может, она не может. У тебя есть дыхательный аппарат, а спускаться не хочешь? Лара, ну кто так делает? Кажется, мне нужен еще сосуд. Да. Реально, здесь вот из-за игры света даже у меня сейчас начинает просаживаться. Есть такое, есть такое. Вот если у меня уж происходит, если я это вижу, значит, скорее всего, на записи это тоже отобразилось. Ну, что я сегодня теперь поделаю? Как они здесь вообще выжили-то, если здесь какая-то неведомая хрень бегает и их убивает? Кажется, мне нужен еще сосуд. Вообще прям... Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Подождите, это смесь, что ли, какая-то? Получается, греческий огонь. Ой, ладно, допустим. Что это может быть какая-то смесь? Там уже все горит. На всякий случай выключу. О. Кажется, мне нужен еще сосуд. Да сейчас будет у тебя сосуд, Ларыч. Сейчас все у тебя будет. Я знаю, все еще будет. У Лары будет, здесь все подует. Зачем тут они, кстати, делают? Кажется, мне нужен еще сосуд. Что-то мне кажется, что это не обычная лошадка.
тут и карта обновлена, и о, вот много чего появилось, это радует. Кажется, мне нужен еще сосуд. А что так шумит, я не могу понять. Чем-то где-то бросили флешфайр. Я его не вижу и не слышу. Кажется, мне нужен еще сосуд. О! Старая добрая ловушка. Я думал, это какой-то кабель, а это... То есть, я хотел даже ее обойти. Деактивировать и обойти. Но не работает. Пуль почему-то не сработала. Не спрашивайте, почему, не спрашивайте как. Я без понятия сам. Но мы сейчас все это дело разрулим. Сера. Видимо, тут они готовили ингредиенты для греческого огня. Готовили и наготовили. Монетки. О, а что тут, кстати, не сломаешь, если что? Сейчас заметьте, из чистого золота лошади стоят. Такие скромные у нас. Эти лжепророки. Только золото. Так, сохранка прошла. Так. И вот заметьте, ее никак не деактивируешь по-другому. Штандарт армии пророка. Знаменосец крепил его над флагом. И как? Он его крепил. Там даже нет выемки для копья. Привязывал просто, да? Это глупо, мне кажется. Просто взять да привязать. Как-то неэффективно. Но теперь будем внимательнее. Здесь еще такие ловушки есть. Там внизу тоже, кстати, еще все полно водится. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Что-то не до конца понимаешь. Все понимаешь прекрасно. Обитает некая мистическая херня. Нет, сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Никуда возвращаться не надо, а вот монетки забрать надо. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Да никуда возвращаться не надо. Накопим себе на хороший подствольный гранатомет. Все будет приятно, все будет по фэншую. Что-то не кидышу, Лара, все хорошо. Вот, тут еще документ есть, кстати. После смерти императора пророк впал в немилость. И нам пришлось уходить под покровом ночи. Новый император не питает любви к пророку, так что у рыцарей Троицы развязаны руки. Мы бежали в пустыню в поисках нового начала. Но рыцари нагнали нас и убили пророка у меня на глазах. Мы положили его тело в пещеру неподалеку от оазиса, и, охваченные горем, принялись возводить гробницу. Но рыцари Ордена придут снова. Им нужна не только смерть пророка, они ищут тайны святого источника. Но когда мы совсем уже пали духом, пророк восстал из мертвых.
Теперь он победит наших врагов, как победил смерть. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Лара, а вопрос о бессмертии тебе не интересен уже? Греческий огонь стал более увлекательным, да? Вообще, кстати, то, что... Кстати, как вы, интересно, делали? То есть, получается, сера входила в состав. Надо, кстати, почитать на эту тематику. Столько монеток. Сначала нужно найти сосуд... Документ есть. А с документом что-то еще валяется. Огнем. А, во. Вижу. Они внизу просто валялись. Они смешивали столько летучих компонентов. Очень тонкая работа. Ну, а ты что хотел? На то он и греческий огонь. Греки изобрели. Все грамотно, все аккуратненько, все по пэншую делали. Никаких... Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Ладно, я включу вебку. А то, я так понимаю, она будет повторять постоянно, а вы хотя бы будете меня видеть. Там еще что-то близкого я заметил. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Да все сейчас найдем, Лара. Успокойся ты. Не кипишуй. Все хорошо. Сейчас все найдем. Сосуды вот они. Сосуды никуда не делись. Как хорошо, кстати, она прыгает с места. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Да я знаю, где этот сосуд. Вот. Надо... А, у меня горечки нету. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Да не придется, Лара. Просто сейчас походим, пособираемся. Кажется, мне нужен еще сосуд. Так, ладно, нам нужно на ту сторону. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Ну, можно и так, в принципе. Ага, вижу. Так, открыли. Спасибо. Это подрасчистит путь. Так, этот путь пока никуда не уходит. Вот и решилась загадка с греческим огнем. Да не та! Погнали! Местные бессмертные появились. О, боже. Так, бегом. Это бессмертные, Лара. Их не прибьешь. Вообще, кстати, а почему вы не на русском не говорите, парни? Лара, залезай уже. Норм. Кто вас научил стрелять? Я стреляю, то лучше. Сосуды, помолись.
Но прыгаю я ужасно. Ой. Но прыгаю я ужасно. Зато... Бегом! О боже! Так, давай! Бегом! Я не знаю, кстати, они бегут за мной или нет. Я не хочу, чтобы не снять это. Я знаю, давай. Она должна была здесь сразу зацепиться, полететь и отскочить вверх. Она этого не делает. Принцип понятен. Практика не позволяет. Ой. Принцип понятен, практика не позволяет. О боже! Почему они не говорят на русском? Это же, ну, самые настоящие потомки местных. Так, есть, отлично. О, нет. Держись. Так, теперь нам сюда. Давай. Мальчики, плохо сработаете. Давай. Есть, отлично. Да. Урежем зарплату. Все правильно. Он говорит, что он урежет им зарплату. Давай, залезай, Лара. Давай, держись. Давай. Почти выбрались. Почти. Так. О-о-о-о. Я на всякий случай выключу, а то сейчас, скорее всего... Вот тебе и отряд бессмертных. Бегом! Ой-о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 й
Мы сбежали. Мы молодцы. Яков, я выбралась. Выбралась. Слава богу, Лара. Ты жива-здорова. Принеси атлас в нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Как запела-то птичка наша. Как запела птичка Яков у нас. Как она запела у нас сейчас, заметили? Так. Огненный, заберите его на рынке. Я набор получил? Не знал, спасибо. А там фреска еще была. Обидно, конечно, потерять фреску. Но я ее не видел. Ладно, прочитаем ее еще. Уверен, пригодится. Сходим, прочитаем. Сейчас главное добраться до ближайшего базового лагеря, а там все вопросы решены будут. Тем более я уверен, что они не представляют для меня никакой опасности и угрозы, парни. Ну реально, конечно, обидно за фрисочку теперь у нас. А я смогу туда вернуться? Там же сохранился лагерь базовый. Ну как бы он сохранился? Мне понять, на какой высоте находится эта фреска. Во, я говорю, мы вернемся сейчас как раз вот к этой обсерватории выйдем.
То есть, видите, ничего не потеряли. Ну, кроме прески. Пару монет. Я думаю, вернуться там можно будет. Если нам не давали бы возможность такой, я думаю, мы не смогли бы. А так мы вернуться можем, вот однозначно говорю. Иначе бы не делали бы тут базовый лагерь бы. Как тут все закостенело. Сталагмитами покрылось. Вообще красота. Так. Давай, выбирайся. О! Ой, сколько тут всего-то полезного, ценного. Вкусного. Читай. Так началось строительство великого города Китежа. А, как так? Объясните, пожалуйста. А то конечная фраза, может быть, на другой фреске было начало. А середина где? Сами сюда тоже попали неплохо. Деталь автоматического дробовика. Лара! Лара, ты все еще там? Иона, это ты? Птенчик! Ты жива, я так и знал! Боже мой, Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову, его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещал о тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Живой! Ионыч живой! Так, оставим это на следующий эпизод. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Но прежде чем мы закончим, хочу зачитать комментарий, который пришел вот только сейчас. Тоже от мистера Банки. Я не уверен, что Эмми так говорила в игре. Ну, так озвучиваю же я, а не Эмми. Понятное дело, что доктор Эггман не сыграет лучше Эмми, чем кто-либо еще. Ну а с вами был Вескер, а мы Лотэ Чинг. Всем до скорой встречи, всем пока, посмотрите предыдущий эпизод и удачи!